Доброе утро, ребята, всем. Вот такой у нас первый денек весны, так сказать. Вот так вот. Но смысл видоса, ребята, естественно, не в этом. Смысл видоса в том, что хочу показать смысл жизни маленького петуха. Вот так вот. Сейчас я его, надеюсь, да поймаю, если они не выбежат у меня, сломя головы оттуда. Так-с. Вот так поставим. А ну-ка сейчас посмотрим, кому не повезет. Поймал. Желательно, ребята, вот так ножки держать, вот, и перья тоже вот так. Вот какой красавчик. Но ему явно не повезло, ребята, явно. Ну, естественно, ребята, я промахнулся с первого раза. Ну, и такое бывает, короче. Значит, сейчас почистим его туда-сюда и покажу настоящего деревенского петушка. Вот такие вот пироги, короче. Вот он уже успокоился. Вот так вот. Сейчас пакет его
и до дому. Покатить его и до дому. Так. В принципе, можно уже на паузу ставить телефончик уже. Или же показать, как я их покормил сейчас. Этих малюсеньких курочек. Все, уже пакет. Вот такой маленький петушок, уже пакет поместился. Бедненький наш. Так, сейчас покормим наших малюсеньких. Або давайте кушаем капусту. Так, я потом и кукурузу им насыплю. Ну, пока, ребята, на паузу нажмем, естественно. Вот так вот. Ну, здесь, видите, как его, всякая капуста там туда-сюда и т.д. и т.п. короче. Вот такие вот пироги. А этот кот спал именно там, где яйца несут. Ну, здесь яйца он не отсыживал. Яиц нету, но он спал здесь именно. Вон такие у нас. Пс-пс-пс-пс. Обойди, покажись. Что-то плачет, блин. А этому петуху явно повезло. Что-то он все равно кукарекает, блин. То, смотрите, кто появился. Эй, наводчик, Рогорахар. Вот наводчик, блин. С собачками он гуляет. Какая работа, бичу, карантин у меня. Ара, ара. Орешки все кушает. Короче, ребята, пауза, одним словом. И потом продолжим. Так, ребята, я не успел у телевизора посидеть, как жена нашего петушка почистила. И положила, значит, в морозильник. Вот посмотрим сейчас, что представление иметь, какого цвета должна быть домашняя курочка, так сказать. Ну, петушок. Вот такие вот пироги. Внутренности, значит, жарятся для самого дорогого человека в этой семье, для Кэти. Сейчас. О, ну, Кэти обожает. Пойду я телек посмотрю, короче. А, кстати, сейчас будет еще. Вот они, по-моему, уже готовы, которые вчера начинали. Я сейчас спрошу, сколько раз маргарином там этот равнечка усюпа. А, сами? Ну, два раза, говорит, уже. Сейчас еще один раз, значит, и потом уже начнет печь хачапури. Ну, я, естественно, ребята, постараюсь снять процесс и т.д. и т.п. короче.